Карабаев Усман Хасилович, Узбекистан, город Ташкент, Национальный институт художеств и дизайна, академик Академии наук Туран. Я второй раз пребываю в Челябинске. И вот после первого раза мне всегда хотелось в Челябинск. И не случайно. Вот первый раз тоже мы на конференцию приехали, это в 83-м году было. А вот в этом году тоже конференция, очень значимый международный уровень, очень хорошая конференция. И вот название конференции этот очень подходит к моему профилю. Термин, который существует, название конференции, это очень важно. Вот сохранить память. И самой памяти культуру сохранит. Это очень важно, то, что не хватает для человечества. Конференция очень хорошо организована, прошла очень на высоком культурно-организационном уровне. Я благодарю всех членов, организаторов конференции. Я желаю, чтобы они еще больше, еще лучше конференции организовывали. Конференция очень много дала. Например, послушать мнение полякских ученых, белорусских ученых, российских ученых. Это много дает мне. В то же время я побывал на уроках, на мастер-классах по режиссуре массовых представлений. Это очень интересный опыт. Здесь очень серьезные отношения. И вот преподаватели очень хорошо относятся к своим обязанностям. И самое главное, они сумели организовать творческое ядро занятия. Когда заинтересуешь студентов, влечешь их в творческий процесс, и они в хорошем смысле заболевают творчеством, тогда сама работа идти будет хорошо. И вот это я увидел в Челябинском институте культуры. И очень талантливые ребята, и они, если даже не талантливые, здесь открывают талант, и ребята становятся очень творческими людьми. И вот занятие по хореографии, мне понравился мастер-класс по хореографии. Очень хороший уровень, очень серьезные отношения. И самое главное, нам понравился как практическая кульминация всего форума, это поездка в Миасс. Там был праздник Масленица. Вот я очень много слышал, очень много читал про русские праздники. Ну, откровенно говоря, я почти в них не был. Для меня было очень интересно. Я увидел много там общих корней русского и узбекских народов. Еще один, очень много здесь я взял мыслей, очень много взял опыта. Самый главный опыт ваш – это посещение ваших выпускников. Они дают через 5-10 лет свои уроки, дают отчет как бы за 5-10 лет. И я уже подумал, я хочу вот этот опыт ваш использовать и в Узбекистане, чтобы дальше тоже художники, актеры, режиссеры давали через 5-10 лет как своеобразный отчет. Это как бы и для студентов хорошо, и для них хорошо. Они тоже будут стараться. Это как бы является лестницей еще подъема, их творческого подъема. Я в конце благодарю Челябинский государственный институт культуры за то, что они проделывают такую хорошую работу, в частности, организуют такую конференцию. Между нашими вузами есть меморандум. Я думаю, на основе этого меморандума будем дружить и обмениваться опытом. Спасибо всем профессорско-преподавательскому составу Челябинского института культуры.